счет, что мы закупились. Потом еще дома покажу. Вот эта машина. Машинка родителей. Купили они ее. Ой, 2500 или 2200. Что-то так. И ездят себе помаленько. Все, друзья, приехали мы домой. Были мы в магазине Костка. Ой, сначала в Sam's Club, а затем еще поехали в Костка. Что купили? Начнем, уже так устала. Магазины очень утомляют. Вот две вот таких банки Несквика мы купили на посылке. Родители купили. Так, это капучино. Двум сестрам это все по две. Вот такой перчик взяли. Тоже две баночки. Цены я озвучивала в магазине, то я здесь уже не буду, потому что могу и ошибнуться, и забыться. Так, взяли вот дрожжи сухие, очень классные американские дрожжи. По одной пачке будет им. Это крем-чиз. Себе родители взяли дома, чтобы был. Вот такое печенье дети заказали. Сразу увидели у меня, сказали, пускай дедушка купит. Это по баночке такой. И вот эти хлопья взяли тоже. Это большие такие упаковки. Ну, я не буду открывать, потому что они так будут ложиться печатанные. Там внутри два больших пакета. Очень вкусные, с молоком. Для детей это оно здесь. Здесь идет орешки и мед. Это дедушка себе взял вот такие. Это нутеллы взяли. Дети говорили, мутеллы, пришлите нам. Очень вкусная, кстати, в Америке нутелла. И вот такую колбаску, это они себе домой взяли. И еще вот такую рыбку, это рыбка из Sam's Club. Да, я вчера себе брала Костка, а не Sam's Club. Вот покажу, что купили с одежды. Это уже магазин Костка. Взяли внучки одной девочки вот такую кофточку. Она такая тепленькая, мягкая, с капюшончиком. Вот такая. Ну, и здесь вот так лучше видно на рисунке. Вот так. Так, и еще взяли джинсы. Это себе отец взял 36-й. А это зятю взял 34 на 30, только одни были. Нужно таких двое, но такой размер остался только один. Как-то там поделят, не знаю. И вот еще покажу, взяли футболочку, они такую. Вот, за $5, хорошенькая такая. Я, кстати, такие две взяла своему мужу. И вот отец взял себе такую телогреечку пуховую, вот так будет, зеленую, вот как она смотрится. Это мама взяла себе вот такую кофточку, понравилась она ей. Не помню уже цены, 12, да, или 10, где-то так, вот так она смотрится. Качество такое мягкое, красивенькое такое. И вот еще дед взял себе вот такую кофту теплую, чтобы по улице гулять осенью. Эта кофта $20 такая. Ну, это без скидки, без оригинальная цена. Потом они будут дешевле, ну надо сейчас. Вот такие покупки. Устали, уморились, два магазина объездили, обошли. Всем спасибо за просмотры, всем пока-пока.